Рюндель! Кто это у нас там в спальне спит? Что за херня? А, это лохматый. Я его текилой как следует напоил. Зачем? Да не ори ты. Я просто не хочу, чтобы он новости увидел. Он же у нас Лохматенко. Он же украинец. Хоть и родился тут, но родственники все там. И что, долго ты его можешь так мариновать? Не знаю. Но мне стыдно и страшно говорить ему, что Россия напала на Украину. Я ему наплел, что, дескать, войска отвели, все это был фейк, дутая истерия, дескать, все уже закончилось. Пошли, дескать, бухать и праздновать. Чувак, это жестоко. Вдруг там что-нибудь действительно с его родственниками? Конечно, я узнал. За кого ты меня принимаешь вообще? Они в Польше. Нормально все с ними, насколько это возможно. Я их предупредил, что лохматый позвонит попозже. А как с утра? Он же проснется, сразу в интернет полезет. Так я Wi-Fi отключил. А телефон у него и так разрядился. А я ему сказал, что эпловских у нас этих идиотских зарядок нету. Ну, флаг тебе в руки. Хотя имхо ни хрена не выйдет. Чё не выйдет? Ты знаешь, что нельзя ему говорить? У него сердце в неполадке и впечатлительный. Эта новость его убьет. Хотя должна была другого. Фу-ху. Нифига я наклюкался вчера. Чё это я? Бррр. Ну чё новенького? А то у меня телефон сел. Да все, ништяк, нормально, мир, дружба, жвачка. Так, помахали кулаками и разошлись, свалили. Ты, кстати, на работу не ходи, у вас там корона. Вот это письмо распечатал. Тут написано «поп здесь». Какая «поп здесь»? А, «поп здесь». Подпись имеется в виду, это принтер оговорился. В смысле, «оп-печатался». А чего это ты вообще мне распечатываешь? Да у нас рутер сломался, я с телефона. Обещали новый рутер привезти вот и завтра. Пипец, что делать буду без интернета-то? Лохматый, кушай сосисечку, кушай. Кушаю сосисечку, кушаю. Кстати, сосед твой звонил, сказал, чтоб ты пока не приходил домой. Что у вас там это... потоп. Потоп. Какой потоп? Потоп. Потоп, ну потоп. Потоп-топ-топ. Какой еще потоп-топ-топ? Дайте телефон кто-нибудь позвонить. А у меня там на зарядке... Динамик плохо, того пока это, еще динамик не плохо. Зарядился и что-то... Сейчас вернусь. Я сейчас вернусь. Слушай, ну это бред, мы не сможем так долго. Я ему сейчас игру «Цивилизация» поставлю, это опупеть какая длинная игра. Ну дотянем максимум до завтра, а потом что? Ну не могу я ему сказать, что наш чокнутый царь решил поиграть в Гитлера и пошел настоящей войной на Украину. Блин, это его убьет. Ну да, это, конечно, здорово его приколотит в депресняк. А вот меня кто будет от депресняка спасать, а? Мне тоже хреново от того, что наш долбанутый царь устроил весь этот пиздец. Он разрушил нашу страну в первую очередь и убил будущее наших детей. Там люди гибнут под бомбежками. А утешать тебя? Активнее нужно было с фюрером бороться, пока он набухал. А вы все без политики, пожалуйста, без политики! Вот вам результат, когда без политики. Вот в чем наша вина. Да, похоже, ты прав. Предлагаю заразить лохматого короной. О, это идея! Нет, Колобухин, я не спятил. Да, я действительно попросил об этом. Да, плюнуть из окна мне на тарелочку. У тебя ж корона, правильно я слышал? Только не говори никому, а я тебе стимпанковские очки за это подарю, хорошо? Давай. Ой, фу. Ты что, серьезно сушишь плевки больного идиота в нашей духовке? Ты что, совсем долбанулся, как Путин, что ли? Да оно не касалось ничего, сделаю заразный порошок. Я тебе сейчас киянкой коснусь в районе затыла. Затылка? Нет, это у детей милых затылок, а у тебя жирный затыл. Ты же нагревом все вирусы убил, идиот. Накормишь своего друга пустыми плевками? Опс, а что тогда делать? Давай лучше градусник подкрутим. Дурак, ты же просто бумажку наклеил, это видно невооруженным взглядом. А я его очки спрятал. Он без очков не может ничего читать. Что? Ну ты дебил, Хрюндель. Зачем ты тогда интернет отрубал? Если можно было всего лишь спрятать его очки. Чё-то я не подумал. А-а-а. Ну дебил. Тебе, Хрюндель, надо в цари податься. Подходишь по параметрам, вообще не думаешь. Слушайте, еще и очки пропали, что-то неладное творится, пойду-ка я домой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Почему? У тебя температура, ты корону подхватил, смотри, Хрюндель померил, Хрюндель, градусник. Где сраный градусник, дай сюда. О, да, сейчас. Так я вроде не мерил. Это Хрюндель тебе померил, с затыла. С затылка? Это у детей за... Ну ладно, короче, ложись, поспи еще. Что ты вот дома будешь валяться один с короны, некому даже воды подать. Вдруг осложнение. Лежи уж здесь. Хочешь чайку с валерьянкой? Да я вообще что-то нормально себя чувствую. Лежи, это омикрон, штука подлая. Ты что, это курить опять взялась? Я тебя умоляю, Хрюндель, курение по нынешним временам такая мелочь. Мир, блин, рушится. Что там на самом деле-то в новостях? Как тебе сказать? Произносить-то это даже как-то... Тысячи смертей.
разбомбленные и сожженные города и деревни. Миллионы беженцев. Весь мир против России, весь. А у нас сажают за малейшее несогласие. Короче, тебе пора петь песню, типа, на этот раз действительно пипец, или как-нибудь так. Вот теперь пипец, вот теперь пипец, вот теперь пришел он настоящий, наконец. Да, не особо весело. Реальная полномасштабная война, как в 40-х. Только фашисты теперь, кажется, мы. Еще и знак этот, Z. Ты знаешь, что это такое на самом деле? Это пол свастики. Нет, фигушки, я не фашист. Меня просто угораздило родиться в стране, где, блин, никогда свободы не было. У нас все время какой-нибудь тиран, шизоидный параноик, придурок сраный, творит всякое говно, что его левая нога захочет. Короче, мне нужно отлучиться. Следите за Лохматым и за детьми. Я ненадолго. Куда это? Да так, в Москву. Слушайте, ну сколько вы уже будете меня мурыжить? Почему телефона не даете? Где интернет? Почему телевизор не работает? Почему на улице не выпускаете? Ах, ладно, Лохматый. Я тебе скажу правду, но при одном условии. Каком? Ты домой не пойдешь, а останешься у нас. Странно. Короче, блин, как вот, с чего здесь начать вообще можно? Короче, пипец случился. Полнейший. Включи-ка интернет. Ну твои все в порядке, я проверял, они уехали в Польшу. Сделал фальшивую антресоль. Она как будто не глубокая, а заднюю стенку отодвинуть, как дофига еще места. Вы там тебе матрасик постелили. Будешь как Ани Франк. Так, ну давайте, дуйте в школу. Только стоп, помните главное? У нас нет никаких гостей, только мама и папа. И они оба из настоящего народа. Не забывайте. Ну давай... На вас донесли, что у вас прячется представитель ненастоящего народа! Да не, что вы, откуда у нас? Мы все за ядерную войну! Смерть всем! Смерть! Нам придется всем. Проверить! Чуваки, Путин тут сидит! О, смотри, Масяня! Ну-ка скажи, пошел в жопу директор! Так что, здесь Путин сидит-то? Нет, он в бункере. А где бункер? Здесь. У меня для него подарочек от восхищенного человечества. Ну проходи, раз Масяня. Пойдем-ка покурим-ка, пойдем-ка покурим-ка. Эй, Путин! Ку-ку! Где ты, сволочь? Путин! Ты где? У меня подарок для тебя! По законам военного времени! Это не пипец, это не пипец. А, вот ты где, мудила, заховался. А ты кто? Я мать своих детей и жена своего мужа. Скажи-ка честно, убийц, зачем ты эту войну начал? А потому что там нацисты. Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один. Ты, блин, сука. Нет там никаких нацистов, говори правду. А какого хрена они живут свободно? И меня, великого императора, не слушаются. Мои вассалы нас смотрятся и тоже захотят чего доброго. Вот все. Ты, значит, трон укрепить хотел? За счет сотен мертвых украинцев и тысяч мертвых русских ребят! Ты в своем уме? И не только укрепить, еще и прославиться. Ты же знаешь, нас же в детстве учили, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Ты же влип в военные преступления против человечества, мудила! Подонок! Как Гитлер, эти вот Пол Пот, Мао Цзэдун, а сам Бен Ладен,
Это все теперь твоя компания. Мне не оставили выбора. Я принесла тебе выбор. Я принесла самое разумное и единственно правильное решение. Вот. Что это? Это японский короткий меч. Вакидзаси. Он по форме как катана, но короткий. Удобно для... Ну, ты в общем понимаешь. Для единственного хорошего решения в твоей жизни. Понял? А я пошла. Ты чудовище, Путин, признай это. Тысячи невинных людей гибнут, дебил. Из-за тебя. Из-за твоего вздутого комплекса неполноценности и жалкого тщеславия. Чао. Надеюсь, навсегда. Привет. А чё это вы тут в открытую так расселись? Увидят же, донесут. У тебя чё, по дороге телефон разрядился? Ну да, а чё я пропустила? Чё, Хрюндель, скажем ей новость? Или помурыжим несколько дней, как меня мурыжили? Ладно, я скажу, это ж хорошая новость. Иди к себе. Я была очень убедительна. Это, конечно, хорошая новость, отличная, но нормальная жизнь у нас теперь все равно наступит не скоро. Говорят, ему меч принес кто-то прямо в бункер. Интересно, кто бы это мог быть? Поймать бы гада.